Йо, ребят, всем привет, с вами Player0713, и это, ребята, распаковка Хэми 4. Вот я купил вот такую вот приставку, Хэми 4 игровая мультимедийная приставка, 350 встроенных игр, половина от Сеги, половина от Денди. Я, ребят, скажем так, думал долго насчет того, какую мне взять приставку, так сказать, олдскульную. И вот, ребята, пожалуйста, тут у нас изображен Соник, Пикачу, Марио, Луиджи, Йоши, Донки Конг, Принцесса Пич, ну и другие. Ах да, тут даже Зельда есть. Короче, ребята, не буду долго откладывать. И, в принципе, мы начинаем эту распаковку. Да, тут написано от 6 лет. Это, кстати, китайская такая вот приставка, которая в себе совмещает целых две, скажем так, игровые платформы. Так, ну что ж, открываем. Опа. Так, что у нас бросается в глаза? А тут у нас, ребята, бросается в глаза следующее. Тут у нас идет в комплекте тюльпаны. То есть, в принципе, оно подключается к компьютеру, то есть к телевизору. Не думаю, что это будет проблема. Вот сама такая приставка, она, скажем так, небольшая вообще. Тут у нас есть кнопочка Power. Сейчас, подождите. Да, у нас есть такая кнопочка Power. Да, в смысле? Power, Reset, кнопка индикатор, Player 1, Player 2. И тут, ребята, кстати, есть и разъем для SD-карты. Три входа и USB вход. Первое, что бросается в глаза, так это то, что, ребята, тут нету разъема для картриджей. То есть вообще ничего нету. Ну а что, нормально так. У нас тут, кстати, еще есть блок питания. У нас подключается, видимо, к розетке. Ой, да. Вот индикатор такой. Так что это я пока отложу в сторону. И также у нас в комплекте идут два джойстика. Ну, сейчас, конечно, принято называть их именно геймпадами, а не джойстиками. Вот такие вот они. Сейчас наведу. Короче, ребята, вот крестовина у нас такая. Мод кнопка, старт. И тут у нас есть три кнопки переключателя. Надеюсь, что будет видно. У нас тут Normal, Turbo и Slow. То есть, если кто-то хочет. Конечно, тут есть вот такие вот, скажем так, кнопочки. Очень даже удобные, кстати, как по мне. Очень даже напоминает, знаете, геймпад от Sega. Очень даже прикольно, кстати. Так что, надеюсь, что мы все-таки опробуем. И я подключаю, ребята. Так, ну что же, ребят, я подключил Хэми 4 к нашему телевизору, так что поэтому, в принципе, давайте опробуем нашу приставку на деле. Вот у нас кнопочка Power. Включаем. Интересно, что будет. Так. И тут у нас появляется сразу несколько экранов. У нас тут есть 8 бит, 16 бит, музыка, фото и SD-карт. Ну, конечно, на SD-карт вы можете, ребята, свои игры загружать. Это очень даже хорошо. Кстати, давайте-ка посмотрим картинки, какие тут есть. Оу, мило. Так, листва, машина. О, какие милые песики. Еще что-то тут. Так, ну ладно. Давайте-ка мы, ребята, все-таки сделаем ресет. Это, кстати, чтобы выйти в главное меню. Так, перезагружается. Так, что у нас тут есть еще? Кстати, очень даже быстро она загружается. Так, музыка. Что у нас тут по музыке? Оу, Big Game. Послушаем. О, класс, ребята, только вот фаги, наверное, поймут. Те, которые рубились. Так, ну ладно, музыку мы, в принципе, можем послушать когда угодно, поэтому делаем ресет еще раз. Так, но в этот раз, ребята, мы будем пробовать не какие-то там малоизвестные игры. Давайте-ка попробуем, ребят, сначала 8-битные. Так, у, сколько у нас тут? Adam's Family, Alien, Back to the Future, ё-моё. Это же мои любимые игры детства, ё-моё, вы бы, ребята, это видели. Серьезно, вот давайте-ка, ну, я не знаю, начнем какую-нибудь любую игру. Я, кстати, попробую. Вот, например, сейчас. Где тут у меня моя любимая игра, которую я хочу поиграть? Можем. О, Принц Персии есть, нифига себе. Так, а ну-ка. Так. А пока я, ребята, ищу. Я, ребят, пока
Ненадолго прервусь. Итак, ребят, мы, в принципе, начинаем наше знакомство с Хэмин 4. Так, давайте-ка выберем, я не знаю, даже Super Mario Bros. Так что, в принципе, погнали. Оу, мир один. Да, вот эти пикселя. Как же я вспомню хорошенько. Так, опа, гриб. Опа, иди. О, хорошо, Марио вырос наш. О, какой огромный. Я, кстати, насколько я помню, в свое время так и не прошел Марио, но... Знаете, вот она, так сказать, идеальная возможность. Опа. О, так. Кстати, хорошо скачем. Ай-яй-яй. Ну, почти хорошо. О, нормально так. Ай-яй-яй. Ну, ладно. Так, это было... Ладно, это нормально было. Так, давайте-ка сделаем ресет. И мы, ребят, давайте-ка попробуем другую какую-то игру. Я не знаю. Так, 16-битные. Так, у нас тут есть что? Так, мы можем тут мотать вниз и вверх, в принципе. Так, ну тут, в принципе, очень даже много таких игр. Оу, один дома, кстати, я не знал, что она есть. Так, давайте-ка, ребята, опробуем... Не знаю. О, Mortal Kombat 3, да ладно. А ну иди сюда. Так. Сейчас батя вас сделает. Так. Давай, давай, давай. Mortal Kombat 3 Midway. Кстати, насколько я знаю, то кажется, на третьем Mortal Kombat была выкинута из всех, ну вы поняли, канонов. Так, о, Sub-Zero. Да. Sub-Zero. Так, ну, давайте-ка новичок. Опа. Давай. Сейчас я вам покажу. Покажу. Ух ты. Ай-яй-яй. Так, вот тут игра, конечно, немножко фризит, конечно. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Победил ночной волк. Ну ладно, это один раз. Так сказать, для разогрева, что ли. Улетел ночной волк. Да, улетел. О, нет, только не это. Так, ну ладно. Давайте-ка попробуем еще какую-то игру. Я не знаю, какую даже, если честно. Но вот, в принципе, давайте-ка попробуем, наверное, мою любимую игру, если она, конечно, тут есть. Надеюсь, что она есть, конечно, потому что, знаете, ребята, вот что радует в Хэмин 4, так это то, что вы можете, ребят, поиграть как в игры от Денди, так и в игры для, так сказать, ну вы поняли. О, Соник 3. Соник 4. Что за фигня? А ну-ка, удиви меня. Да, Sega. А, это Sonic & Knuckles. Ну, конечно. Я знаю такое. Зона мухоморов? Да ладно. Да, это тот самый Sonic, ребята. Господи. Сколько лет, сколько зим, Sonic давно не виделись. У-ху! Опа. Иди нафиг. Оп. Ай-яй-яй. Это специально, ребят. Оп. Ну, кстати, я не говорил, что Соник, кстати, один из моих любимых персонажей, но, ребят, знаете, играть тут немножечко с призами. Но, конечно, в принципе, это не все так катастрофично, потому что, ну, блин, тут графика на высшем уровне, как по мне, лично. И, знаете, я не вижу смысла вообще придираться к этой приставке. Оу, так, грибочек. У-ху. Пошел, пошел, пошел. У, я. Так. Вау. Что это было? Оп. Ай-яй-яй. Так. Ну, в принципе, что я могу сказать про Хэмин 4, так это, в принципе, нормальная такая приставка. О, бессмертие. Короче, ребят, кстати, я купил ее в своем магазине, который называется Планета Игр. Этот Хэмин 4 стоит всего до 1000 гривен.
То есть я не знаю, сколько это в рублях или в долларах, но в принципе это не дорого, знаете, для приставки такой. Так что в принципе, ребята, что я могу вам посоветовать? Если вы колеблетесь, брать или не брать эту приставку, то берите в любом случае, потому что, ну блин, в кои-то веке вы можете поиграть в разные игры от Sega и от Dendy, причем без сейвов, без картриджей, которые, кстати, не надо будет докупать. Это, кстати, очень даже в плюс будет. А, колечко, колечко, мое колечко. Иди к черту, батник. Так, ну, в принципе, вот Соник вам, так сказать, машет на прощание. А мы, ребят, прощаемся. С вами был Player 0713. Играйте только в хорошие игры и берите только хорошие приставки. Всем пока. Пока-пока.